Светлана Хижняк сегодня в городском театре вместе с коллегами встречает свой профессиональный праздник. Говорит, что за годы профессия перестала быть только работой, стала любимым делом и образом жизни. Ведь творчество для нее началось с самого детства. В моем жизненном пути так получилось. Я 4 лет занималась хореографией, училась в художественной школе, мама преподавала в художественной школе. И, наверное, даже имея юридическое образование, все равно направление ушло в культуру. Потому что когда ты с 4 лет на сцене, другого ты, наверное, уже воспринять, точнее, воспринять можно все, но жить этим просто уже необходимо. Им непривычно быть в зрительном зале, но ради такого случая можно поменяться на день ролями. От имени главы Анапы Сергея Сергеева собравшихся поздравляет его заместитель Людмила Мурашова. Как много от нас с вами зависит, каким город будет завтра, и какие жители будут в нем проживать. Вот к моему восхищению, к моему уважению к вам, я, наверное, сегодня добавлю еще одно, о чем не говорила. Вот именно вы, работники культуры из города-курорта Анапы, делаете Анапу городом-праздником. От имени главы, от себя лично, поздравляю вас с днем работников культуры. Сегодня тот самый день, когда нетворческие люди нашего города организовывают праздник, а большой концерт проводят в их честь. Благодарности и грамоты главы курорта – знак признательности за вдохновенный труд.